Получить загранпаспорт за 24 часа могут южноуральцы, правда, только дети и только документы старого образца. Акцию объявили в управлении миграции. Действовать она будет до 10 марта, и оформить срочные загранпаспорта детям можно по месту жительства. А вот взрослым ждать документ придется от 3 недель до месяца. Если оформить заявку через сайт госуслуг, паспорт оформляется быстрее. При личном обращении срок чуть больше. Подал через госуслуги заявление. Мне в течение суток пришел ответ, и меня пригласили, собственно, прийти. Я пришел, сдал отпечатки пальцев, меня сфотографировали. И буквально через 3, может быть, чуть больше недели мне уже пришло письмо на госуслугах, что я могу приходить забирать паспорт. Такая схема сейчас очень популярна. В этом году южноуральцы заказывают заграничные паспорта через интернет в 2 раза чаще, чем в предыдущем. За 2 месяца подано почти 1200 электронных заявок на документ. Чтобы получить его, необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуг, заполнить заявление и оплатить госпошлину. Затем вас пригласят сфотографироваться и сообщат дату, когда паспорт можно забрать.